Здравствуйте, я Корнев Антон. Сегодня мы поговорим о том, что нужно делать перед допросом. Итак, вас вызвали на допрос, вы идете вместе с адвокатом. Важно, чтобы перед самым входом в само здание, я подчеркиваю, где будет производиться допрос, вы отдали все личные вещи, включая телефон, ключи от дома, ключи от машины, кошелек и так далее, своему адвокату. На всякий случай. Если вдруг, чего в жизни не бывает, вам будет предъявлено обвинение, и вы будете подозреваемым, и в отношении вас начнут избирать меру пресечения, например, в виде содержания под стражей, то вас обязательно должны досмотреть. И это самое лучшее, когда следователь очень-очень хочет получить доступ к вашему телефону. Поэтому еще раз, все личные вещи отдайте адвокату. А возьмите их обратно только тогда, когда вы выйдете из здания, где будет проводиться допрос. Если вам было полезно это видео, поделитесь им.